Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. И для того, чтобы предложить вам пополнить свою копилку различных масел растительных съедобных, вот такой штукой. Софлоровое масло. Это такой далеко не самый дорогой вариант. Он по стоимости примерно на одном уровне с оливковым маслом, то есть вполне доступно. И чем примечателен? Да очень многим тут как раз один из тех видов масел, на котором более здоровее жарить, это раз. Ну, если, конечно, выбирать рафинированные варианты. Вот это как раз нерафинированное масло, поэтому первого отжима я его буду добавлять в салаты, вернее, уже начала. В принципе, вполне интересненько. Очень много там питательных веществ, которые влияют на молодость, на сохранение молодости, красоту кожи, волос. Кроме того, он помогает ликвидировать это масло жировые запасы, хотя это, в принципе, жир почти на 100%, но вот такая есть интересная парадоксальная штука, что когда в нашем рационе достаточно именно растительных масел, в первую очередь, процесс ликвидации лишних жировых запасов идет гораздо активнее, если мы не перебарщиваем, само собой. И вот софлоровое масло как раз один из прекрасных вариантов. Он, кроме того, помогает наращивать мышечную массу и рядом других замечательных свойств обладает. Можете поискать побольше информации и в любом случае обязательно включать свой рацион. Хуже точно не будет, будет только лучше. Пользуйтесь этой стройной фишечкой дня обязательно. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк, и все у нас с вами обязательно получится. Всего вам доброго!